ну, в процессе ремонта кабинета не хватало чего-то, вот, изюминки в кабинете старшего водителя. Ну, связано что-то с техникой, со службой. Пришла, не знаю, может, интернет, идея создания такой люстры, в которой использовались поршневая группа Mercedes Sprinter с двигателя. И в нее, а давай мы выключим это. И в нее встроены ледовские светильники. Вот так она выглядит. Как-то так. Мне нравится изюминка кабинета, скажем так. Слушайте, если кто-то хочет повторить подобное, обращайтесь к Илье. Или к всемирной сети. Или к всемирной... Да. Отлично. Очень красиво.